Ну хорошо, давайте приступим все-таки. Я думаю, что на семинарах надежнее всего это решать задачи. Так, вот эти две, которые я предполагал. Она тривиальна, поэтому ее, наверное, не стоит. Так, давайте вот какого рода возьмем задачу. Она довольно-таки необычная. Не знаю, имеет ли она какое-нибудь практическое значение, но во всяком случае уравнение состояния, которое здесь приводится, значит, по данному уравнению состояния и еще одному дополнительному условию, которое оговаривается, я сейчас задачу прочитаю попозже, значит, надо построить функции, основные функции состояния. Внутренняя энергия, энтальпия и энтропия. Вот. А уравнение состояния вот в каком виде здесь дается. ПВ. В степени 1,2 равняется R на T в степени 1,1. Вот такое уравнение состояния. Странноватое. А условие, которое здесь оговорено, и которое, без которого задачу до конца, очевидно, не довести, иначе бы оно не было приведено. Значит, оно звучит так. Это вот в том варианте, я надеюсь, что именно этот вы и получите, это задача 1.7 первой части, но седьмая. Значит, измерение теплоемкости этой вот среды, уравнение состояния, которое задается вот таким образом, ну, в удельный объем, и, соответственно, газовая постоянная, но и характеристическая в данном случае. Хотя это не так важно. В общем, вот в таком виде дано и все. Где R константа, ну, понятно, размерная. Так вот, измерение его теплоемкости, вот этого тела, написано, тело обладает таким уравнением состояния, внутри сосуда с постоянным объемом V0, значит, измерение теплоемкости внутри сосуда с постоянным объемом V0 показало, что теплоемкость не изменяется, ну, значит, меняется температура CV0 вот в этом объеме, она не изменяется и равняется константе. И сказано, что дано CV нулевое. Значит, при T0 V0, при начальных значениях, при T0 V0 известны внутренняя энергия, энтропия. Ну и я думаю, что понятно, что энтальпия известна, поскольку она связана с энергией и параметрами состояния ПВ, Е плюс ПВ, П0, В0, очевидно. Ну вот тут не сказано, что энтальпия, но энтальпия это понятно уже после того, как внутренняя энергия, значит, определить внутреннюю энергию, выразить через функции, через параметры состояния выразить внутреннюю энергию и энтальпию. Ну, я буду заглядывать. Тут сплошная физики никакой нет. Сплошная, так сказать, математика, знакомая вам технически. Ну,
буду я опускать известные некоторые промежуточные выкладки, которые я на прошлом семинаре, по-моему, показывал. Значит, берем сначала ds равняется ds по dt при постоянном v на dt. На dv, вот, ну, равняется, я продолжу сразу, единица на t dE по dt при постоянном v на dt плюс, ну, первое начало. Ну вот пока так оставляю. Ну и через равенство вторых смешанных производных у энтропии и внутренней энергии мы получим следующее соотношение. Что dE по dV, чтобы не тратить время сразу, плюс P равняется T на dP по dT при постоянном v. Вот. То есть отсюда dE по dV сразу получаем dP по dV по dT. Получаем из этого уравнения. И когда подставляем P сюда, то оказывается, что это равняется. Вы проделываете, а я по RT в степени 1,1 на V в степени. Так, не 1,1. Это вот здесь я мог продолжить и подставить, а здесь 0,1, конечно, получается 0,1, ну и в степени 1,2. Вот что такое dE по dV отсюда. Ну, когда P по T продифференцирован, то V в степени минус 1,2. Она туда уедет. Минус, конечно. Минус. От этого будет множитель 1,1 T в степени 0,1. А когда на T помножим, то все вернется к прежним степеням. Но сомножитель здесь останется 1,1, потому что вычитается P. Вот. Значит, теперь что мы сделаем? Возьмем теперь от этого выражения, продифференцируем его по температуре. По температуре. D2E по dV по dT, а это равняется чему? А это просто dCV по dV, правильно? Потому что частная производная от внутренней энергии по температуре при постоянном объеме это теплоемкость CV. Значит, здесь получаем, дифференцируем. Что получаем?
То есть вот это выражение надо по температуре дифференцировать, правильно? Что получим? 1,1, значит 0,11, да? R t в степени 0,1 на v в степени минус 1,2. Ну, думаю, что правильно. Так, ну что, частное производное. Интегрируем по объему теперь. Частное производное, температура фиксируем и интегрируем по объему. Получаем CV. Ну, вообще говоря, от V и T вот, равняется. Минус 1,2 плюс единица, это в знаменателе, значит минус 0,2 единица. И на 0,11 это 0,55. Причем со знаком минус. 0,55 r t в степени, значит 0,1. V в степени минус 0,2 и плюс некоторая функция, да, раз это же было частное производное, от температуры. Вот теперь начинаем пользоваться тем условием, которое в задаче спорвыжно. Значит, при измерении показали, что при V равном V0 теплоемкость константа. При V равном V0 подставляем в этом выражении. Значит, CV0 равняется минус 0,55 RT 0,1 V0 минус 0,2 плюс F от t. Ну и сказано, что она равняется константе. Ну это возможно только когда f от t, понятно, f от t равняется c в 0 плюс 0,55 rt в степени 0,1 в 0 в степени 0,2. И только при этих условиях. Ну, подставляем и получаем. Вот сюда и вышло. Вот cv окончательно v вот, равняется cv v плюс ноль пятьдесят пять РТ в степени 0,1, а там, ну, единица, ну или так, В0 в степени минус 0,2, минус В в степени 0,2. То есть благодаря этому условию теплоемкость находится сразу. Сразу. Чтобы далеко не уходить влево, давайте я на этом месте
кое-что я стер нечаянно. Сейчас верну назад. Ну вот теперь, значит, мы можем внутреннюю энергию нашу записать. ДЕ равняется вот это самое ЦВ на ДТ плюс ДЕ по ДВ на ДВ равняется. Вот я стер как раз ДЕ по ДВ, верну. Конечное выражение у нас было. Значит, это равняется вот это самое выражение длинное. ЦВ, значит, ЦВ 0 плюс. Вот я сразу здесь выделю 0,55 Р Т в степени 0,1 на В 0. В степени минус 0,2 на ДТ отдельно выделю. Значит, минус 0,55 РТ 0,1 на В минус 0,2 на ДТ. Еще раз выпишу. Так, и плюс, я вот под этим напишу, вот ДЕ по ДВ я стер, а у вас там должно это сохраниться. 0,1 РТ 1,1 В в степени минус 1,2 на ДВ. Ну и это полный дифференциал. Полный дифференциал. Но вот этот полный дифференциал мы разбиваем на три части, из которых вот эта вещь содержит только температуру в качестве переменной. ДТ. Здесь тоже только от температуры зависит. Но константа и от температуры. То есть член при ДТ зависит только от температуры. Вот здесь обе переменных при ДТ. И здесь при ДВ тоже обе переменных. То есть остается только попытаться обнаружить вот в этой части выражения, что это тоже полный дифференциал. Ну, во-первых, равенство, то, что полный дифференциал, это доказывается каким образом? Равенство перекрестных вторых производных. Пожалуйста, проверяйте. Дифференцируйте по В, вот этот член. А это дифференцируйте по Т. Проделали? Ну, дифференцируем по В. Это по В надо дифференцировать, да? Минус 0, на минус 0,2 получаем что? 0,11, да? 0,11. РТ в степени 0,1, а В в степени минус 1,2. Это по Т дифференцируем. Что получаем? 0,11 РТ в степени 0,1, В минус 1,2. Хорошо видно, что это одно и то же. То есть это полный дифференциал. Но отсюда недалеко и конечный результат привести. То есть это равняется CV0 плюс... Так, ну вот от этого интегрирования по Т, значит, это я уж буду, чтобы вас не смущать. Ну, во-первых, уж сразу константу интегрирования, поскольку она задана тоже, Е0 плюс С
cv0 помножить на t минус t0. Движение этого члена. Плюс. Ну, а дальше просто пишу 0,5 rt в степени 1,1. А здесь v0 в степени минус 0,2, минус v в степени минус 0,2. Вот такое выражение получили для внутренней энергии в результате. Ну, как интегрировать? Это же частная производная, это частная производная по температуре. Значит, интегрируйте по температуре. Формально, если. Плюс некая константа от объема. И это дифференцируйте по объему плюс некоторая константа от температуры. Они должны тождественно равняться друг другу. То есть не константа, а функция, соответственно, от температуры и от объема. И легко убеждаетесь в конечном счете, что вот это возможно только вот при таком представлении. Ну и при плюсовом еще вот этого члена, который интегрируется. Не только от температуры, здесь интеграл совершенно такой же. Ну, t в степени 1,1 будет деленное на 1,1. 0,55 разделить на 1,1 это 0,5. То есть этот сомножитель. Ну, и здесь такой же сомножитель вылезет. Ну, теперь энтальпия не проблема, да? К этому выражению прибавляем ПВ. Получаем энтропию. Так, энтропию. Так, ну, пишем снова ds, ds по dt, значит, это у меня что? Это cv делить на t, на dt. CV у нас есть, но я стер, но у вас в записях, конечно, осталось. Ну, а ds по dv при постоянном t, это вот благодаря тем преобразованиям, которые на прошлом семинаре, это просто dp по dt при постоянном v и на dt. ds по dv dv, конечно. Ну, это, я думаю, что вы-то правильно написали. Естественно, обрубать нельзя. Ну вот. cv берется из прошлого выражения. Вот. dp по dt из уравнения состояния берется. И дальше также выделяется часть. Вот полный дифференциал разбивается формально
на два полных дифференциала, одна часть которого только от температуры, а вторая часть от той и другой переменной, от обоих переменных зависит, и которая тоже представляет собой полный дифференциал, что проверяется тем же приемом, который перед этим. И окончательно S равняется S0 плюс, ну я уже сразу, а вы уже должны будете это все с V0. Понятно, логарифм t к t0. Сворачивать. Сначала полный дифференциал длинный получается, поскольку из двух кусков, но благодаря вот этим особенностям сворачивается в достаточно компактное выражение. Так, и вот, по-моему, я наврал. Это вы проверите. Мне кажется, в выкладках своих я не ошибся. Я уж просто свои эти бумажки заглядываю. Сколько? 5,5. Ну, для того, чтобы облегчить вам выкладки, которые исключено, что дома вы будете делать, я сейчас выпишу вам. ds равняется cv 0 на t, понятно, плюс уже сразу с выделенными этими кусками v0 минус 0,9 t в степени ноль девять десятых. На dt минус 0,55 rt 0,1 v - 0,2 на dt плюс, ну вот давайте, это уже теперь не нужно, под этим я положу второй кусочек, плюс, значит, 1,1 v в степени минус 1,2 rt 0,1 на dv. Ну вот я повторяю вот еще. У вас вот это тоже полный дифференциал. Ну тут понятно, что это полный дифференциал, поскольку здесь константа, это тоже константа на dt. Простая функция от температуры. При интегрировании это даст, ну вот как раз вот этот член. Так, ну энтальпию я еще раз повторяю, сами получите выражение для энтальпии, пользуясь известной связью ее с внутренней энергией.
Так, ну, до перерыва у нас еще чуть-чуть есть времени. И... Нет, времени нет, звонок сигналит. Давайте перерыв. Не слышу. Что-что? Верхнюю, да, из вот нижнюю. Нижняя получается из верхней. Это полный дифференциал. ДС. Я выписал просто ДС. Ну, перед этим я полное выражение написал. Вот ДС. Как выражается дифференциал по-человечески. ДС это ДС. Это же функция состояния, поэтому полный дифференциал ее выражается как частные производные, ну, частные, сумма частных дифференциалов, которых со множителями стоят частные производные. Давайте смотреть. Так, вот это. 0,9. Ну, давайте смотреть. Нет, я говорю, что может быть. Не отрицаю, надо мне очки одеть. Просто я не проверял уже автоматом. Шпаргалил свои собственные записи. Минус 0,9, вы правы. Здесь минус, в степени минус 0,9. Здесь минус 0,2, здесь в степени минус 0,9. Вы правы, правы. Ну, потому что при интегрировании иначе, конечно, не получится. Значит, t в степени единица минус 0,9, то есть в степени 1,1, деленное единица минус 0,9 на 1,1. 0,55 на 1,1 – это 5,5. Так, а вот отклики от удаленных какие-нибудь есть? Положительные, отрицательные, непонятные. Кто-нибудь? Видимо, нет. Так, Зенин. Так, что, Кирилл, что вопрос какой у вас? Или не вопрос, а утверждение, что понятно? Понятно. Понятно. Все. Хорошо. Значит, можно будет продолжать дальше. Так, ну вот такая задачка. Она под номером 14 стоит. На вид простая, но она и действительно простая. Оценить, какое количество дров нужно сжечь, чтобы температура в комнате объемом 75 кубических метров повысилась от 0 до 10 градусов Цельсия. Теплотворную способность дерева принять равной 20 килоджоль на килограмм. С громадной ошибкой цифра приведена, на самом деле 20 на 10 в третьей. Исправьте. 20 на 10 в третьей. Джоль на килограмм. Теплотворная способность древесины. Вот. Ну, чтоб задача была поставлена четко. Вот в таком виде еще не хватает ясности для того, чтобы
решить эту задачу. Здесь что надо? Комната имеет стены, да? Если они там бетонные стены, кирпичные, у них тоже есть своя теплоемкость. Значит, процесс нагревания воздуха в комнате надо совмещать с нагреванием стен или нет? На это что же тратится? Тепло от сгорания этих самых дров. Раз. Дальше. Каким образом, где эти дрова находятся? Если внутри комнаты, то сгорая, они выжигают кислород. Воздух выходит, комната не герметична. Давление остается постоянным, равным внешнему давлению. Воздух уходит при этом, кислород сгорает. Ну, даже если бы он не уходил оттуда, сколько там кислорода по массе содержится? Нетрудно оценить начальный слой. И получится, что кислород сгорит, а температура не поднимется на нужное количество. Значит, надо сразу оговориться, что процесс идет такой, что сгорание дров идет где-то за стенкой, что ли, и передается тепло, сгорание, все целиком воздуху комнаты. Тогда состав атмосферы в комнате остается неизменным. Ну, смесь кислорода, азот, понятно, остается неизменной. И значит, газовая постоянная этого газа остается тоже неизменной, характеристической газовой постоянной. Потому что если кислород выгорает, то состав атмосферы же совсем другой становится, и газовую постоянную уже нельзя в процессе горения считать постоянной. Значит, вот здесь надо эту задачу заранее четко оговорить, что подача тепла от горения, целиком теплота сгорания дерева специальным механизмом целиком поступает в комнату, идет на нагревание воздуха в комнате. Процесс нагревания изобарический, да? Изобарический. Вот. И конечным уравнением, исходным конечным уравнением, алгебраическим, здесь не обойтись. Значит, придется все-таки обыкновенно, хоть и первого порядка, но дифференциальное уравнение записать. Значит, так, какие тут замечания. Ну, можно для правдоподобия там коэффициент полезного действия от сгорания дров задаться каким-то. Ну, значение его от нуля до единицы, понятно. Единица – это стопроцентная, ноль – это вообще теплоизоляция. Нисколько тепла не поступает и подогрева не будет. Ну, какое захотите, такое и возьмете. Понятно. Более-менее правдоподобное. Вот. Можете уточнить, там, задаться действительно, скажем, что стены такой-то толщины, материал такой-то, и что все это подогревается так, что все находится все время в равновесии. Воздух, температура воздуха в комнате и температура стен – увеличиваются при сгорании дров в одном и том же темпе, то есть находится все время в состоянии теплового, температурного равновесия, одинаковой температуры. Тогда, значит, надо учитывать теплоемкость. Ну, процесс тогда надо учитывать, процесс подогрева, еще и теплоемкость стен. Массу, теплоемкость, ну, в общем, ну, давайте не будем этим заниматься. Считаем, что стены у нас не греются таким хитрым образом, они теплоизолированы, а от воздуха в комнате эти стены, что греется только один воздух. Ну и что тогда мы можем, как написать исходное уравнение? Значит, масса дров на теплотворную способность
КПД, если вот здесь еще на КПД, и это равняется чему? Так, не вся масса виновата. Вот, пусть сгорает. Лучше вот сюда подставить впереди. Пусть сгорает масса дров ДМ. Сколько тепла выделяется от сгорания Q на ДМ, да, ну и КПД. Это количество, если масса воздуха в комнате, ну, в какой-то момент Т, в этот момент, ну, Т плюс ДТ, ладно, вот, прямо Т. На ЦП, на теплоемкость массы. И на ДТ. Раз процесс изобарический, то подогрев идет вот таким образом. Ну, естественно, из этого уравнения еще решить не удастся. П. Ну, в какой-то момент. Давление. Ну, оно константа, так что времени можно и убрать. Переменность, процесс изобарический, объем. Так, объем комнаты тоже константа, М, момент, в каждом момент, ну, на μ, ну, R, воздуха, на Т, ну, в какой-то момент времени Т. Ну вот теперь уже все это получается. Значит, это ПВ, Р воздуха, ДТ на Т. Ну, дальше, наверное, не имеет смысла продолжать. Интегрируется. Получаем. После подстановки цифр, здесь изменение температуры на 10 градусов. Так что начальное задано, конечное таким образом задано. Проинтегрировать проблем не составляет. Ну и количество получаем. Так, я сейчас помню. Да, если КПД взять 0,5, то получаем где-то всего-навсего, вы знаете, всего-навсего 200 грамм дров на это потребуется. Ну, такие вот идеальные условия, это уж. При том значении Q, которое задано, с поправкой на порядок, на те самые три порядка. Ну, если КПД единица, то тогда еще в два раза меньше. То есть 100 грамм. Хорошо. Ну, вот теперь задачи обещанные, связанные с уравнением ван дер Ваальса. Тоже все это вот, никакой реальной термодинамики, ну, тех задач, те две, которые я, надеюсь, покажу сейчас, нет. Тоже чистая математика, математические преобразования. Так, значит, первая из них, эта задача, она под номером 9 стоит. 9. Вычислить ЦП минус ЦВ для газа ван дер Ваальса.
Так, ну, уравнение Вандервальса. P плюс A на V квадрат. Значит, V минус B равняется RT. Значит, отсюда в явном виде изображается, что у нас P равняется RT на V минус B. Просто вспомогательное сразу выражение минус A на V квадрат. Ну и T выражается в явном виде. Объем не может быть выражен через остальные единицу на R. Плюс А на V квадрат. И на V минус B. Так. Значит, нам требуется CP минус CV. Выразить это. Ну, уже понятно. Вам на лекции, наверное, давалось, я не знаю, в свое время, в мое время я не знал об этом и не слышал, и поэтому не привык у меня до рефлекса это все не отложилось. Преобразование Максвелла, по-моему, называется, которое позволяет ускорить решение. Ну, я буду вот тем самым методом своим. Ну, это не мой метод, конечно, но том, которому я... которую покажу, что ну, чуть-чуть дольше, но тем не менее, естественно, результат будет один и тот же, зато наглядно видны все промежуточные процедуры. Вот. Значит, во-первых, ну, пишем T на DS равняется DE плюс PDV. Ну и понятно, что DE тоже выражается, где DE значит, это у нас CV DE по DT при постоянном объеме. Вот. Ну и равенство вторых перекрестных производных S и E, соответственно, по T и V перекрестных производных, приводит к тому, что DS равняется уже сразу я CV на T на DT. Да. Плюс dp по dt при v на dv. Вот. Это получаем. Дальше. T на ds равняется dh минус v на dp. Вот. И, значит, ds равняется. Ну, ладно. Здесь сначала продолжу. Cp на dt, значит, плюс dh по dp mt минус p минус v на dp. Здесь тоже, если использовать вот эти перекрестные равенства, от, значит, напоминаю, что энтальпия у нас сама от p и t, поэтому
Ну, используя равенство вторых производных от S и H перекрестных по P и T, получаем, что ds равняется, видите, я говорю, промежуточные выкладки я опускаю, и получаю, что ds будет cp на t на dt, значит, минус dv по dt, ну, при постоянном p на dp. Значит, искать надо нам вот эти вещи. Это полный дифференциал. Это полный дифференциал по t и p. И это полный дифференциал. Но по t и v. Значит, для того, чтобы произвести эту процедуру, разный cp минус cv получить, надо обязательно к одним и тем же переменным перейти. Одним и тем же. Ну, поскольку ищем cp минус cv, то давайте вот это самое, как я говорю. Значит, это равняется. Вот в этом выражении я перехожу к переменным t и v. T и v. Значит, здесь cp на t на dt минус dv по dt p. И вот здесь, значит, dp, p я должен принять функцией от v и t. dp по dt при постоянном v на dt. Так, минут 10, да, так, все равно. dp по dv при постоянном t на dv. И вот только теперь, перейдя к переменным t и v, я объединяю при t и v. Пишу cp на t. Значит, что? Минус, да? Минус dv по dt t на dt по dt v на dt. Ну и минус на минус это дает плюс dv по dt p на dp по dv к t на dv. Это ds. Это ds, то же самое. Теперь они выражены в одних и тех же переменных. В одних и тех же переменных. Значит, частные дифференциалы, которые здесь по одним и тем же переменным, должны быть равны друг другу. Нет возражений. То есть вот этот член равен вот этому члену. Ну, а этот, соответственно, равен этому. Значит, cp на t минус dv по dt. Ну, поскольку ищем cp минус cv, то, конечно, приравниваем вот эти члены, где и содержатся эти cp и cv. cv на t.
выражаем на «ты» и выражаем эту разность. Значит, что мы получаем? «Ты» на «ДВ». Тогда «Т», «П». Так, значит, ДП по ДТ мы отсюда можем выразить? Сейчас мы произвольно ДП по ДТ отсюда можем выразить. Так, ДП по ДТ. ДВ по ДТ. В не выражается, ДВ по ДТ не можем. Но зато можем выразить ДТ по ДВ. Вот это. Значит, это равняется. Равняется. Так, у нас плюс точно сидит здесь. Да, все точно. Значит, это равняется Т. ДТ по ДТ, В разделить на ДТ по ДВ. Ну вот, и теперь обращаюсь уже непосредственно, то есть до сих пор нигде не использовался особенности уравнения ван дер Вальса. Значит, вот теперь обращаемся к этому выражению. Ну и в результате некоторых упрощений, ну при образовании просто, когда подставили, cp минус cv равняется, я вот сейчас сразу вам выпишу, r, ну специально в такой форме, чтобы оно чем-то напоминало соотношение Майера или Мейера. Так, в квадрате а здесь r t v в кубе. Вот такое выражение. Ну, намеренно. Потому если вот этот член мал, по сравнению, пренебрежимо мал по сравнению с единицей, то наш газ ван дер Вальса в этом отношении не отличается от идеального газа, то есть cp минус v снова равняется r. Ну а мал он, когда вот этот член становится малым. То есть дополнительное давление, вызванное столкновением молекул, оно становится пренебрежимо малым по сравнению с реальным давлением. Вот пока не получили это выражение. Ну тут понятно, да? Так, никто меня за руки не дергает, не останавливает. Значит, я могу дальше продолжать. Ну, вот еще одну задачку, я думаю, сделаю, чтобы я говорил, что постараемся закончить с этим, чтобы к газовой динамике перейти. Потому что все-таки такое ощущение, что этот материал, вот этот, который он... Вот так, инородный, поскольку в дальнейшем нигде использоваться не будет. Значит, для общего кругозора, тем не менее, раз Эдуард Игоревич ее включил, что он имел в виду. Так, а та задача, вот какая.
как она называется. Она здесь под номером 10. Установить, используются данные из предыдущей задачи, кстати говоря, потому что речь идет тоже об уравнении Ван дер Вальса, состоянии газа. Значит, установить связь между коэффициентами теплового расширения, для газа Ван дер Вальса установить между коэффициентом теплового расширения, но обозначен он таким образом, я не буду менять обозначение, как он в задаче приведен. Так. Типового расширения, значит, dV по dt. При постоянном давлении. И адиабатической же, ну, имеется в виду изоэнтропической сжимаемостью. Обозначается через альфа, единица на v. dV по dp. При постоянной энтропии. Вот. Найти соотношение. Ну, бета к альфа или альфа к бета, неважно. Это величина отношения безразмерной. Да? Единица на температуру каждая из этих значений имеет размерность. Значит, отношение будет безразмерным. Так, ну еще раз выписываю уравнение Ван дер Вальса. P плюс A на V квадрат на V минус V равняется RT. Ну, поехали. Эрик Николаевич, а можете еще раз сказать, почему там, почему она самая размерная будет? Во втором альфа же мы на давлении или на температуру? Так, подождите, сейчас, может быть, я действительно поспешу. Да, размерный коэффициент, конечно, размерный. Размерный, и размерность его газовая постоянная, деленная на объем. Размерный будет отношение. Ну, задача поставлена так, найти между ними связь. Ну, вот связь будем выражать в таком виде, в виде отношения этих величин и через параметры уравнения состояния газа Ван дер Вальса. Так. Отпал вопрос? Да, спасибо. Ответ понятен. Да, это я поспешил. Просто была одна из задач у нас на предыдущем семинаре. Там подобные коэффициенты, но только там не было изоэнтропической сжимаемости. Они имели одинаковую размерность. Хорошо. Ну, приступим. Значит, я буду, исходя из предыдущей задачи, я сразу выпишу. Значит, dS равняется cv dt к t плюс dp по dt v на dv, ну или, значит, в переменных p, t и V и P, переменных V и P, CV на T, значит, здесь будет у нас DT на DP, ну, при постоянном V, конечно, на DP, виноват, не на DP, а на D. Все правильно, dt по dp, на dp, на d, так, при v, на d, на dp, все правильно, плюс cv на t,
Значит, здесь dt по dv, p, значит, это сюда скобочку надо, и плюс вот этот член dp по dt, v, и на dv. На dv. Значит, перешел от переменных t и v переменным p и v. С другой стороны, ds равняется cp на dt к t минус dv по dt, p на dp. Ну и здесь тоже, если перейти, так, давайте-ка я как-то вот так отделю вот это. И теперь здесь мы тоже переходим переменным к тем же v и p. Здесь t и p были, здесь t и p, а теперь v и p, и здесь v и p. cp на t, значит, здесь dt по dv при постоянном p на dv. Так, ну вот здесь, чтобы со знаками не напортачить, минус cp на t, значит, dt так по dv, значит, здесь dt по dp при постоянном v. И вот с учетом тех преобразований, которые были раньше, значит, это dv по dt при постоянном p, все это на dp. Значит, дифференциал энтропии выражен в одних и тех же переменных вверху с использованием внутренней энергии, а здесь с использованием энтальпии, но в одних и тех же переменных p и v. Значит, приравнивая... Да, еще один момент. Пока нигде мы не использовали условия изоэнтропичности. Значит, в этих же переменных, здесь у нас в энтропии используют какие переменные? V и P. Значит, dS по dV при постоянном P на dV плюс dS по dP при постоянном на dP. Так. Получили. Выразили. Ну, теперь отсюда выражаем производное. Вот это, dV по dP. Отсюда. Если dS 0, энтропия константа, то получаем dV по dP при постоянной энтропии. Чего равняется? Отсюда видим. Минус dS по dP при постоянном V, да, на dS по dV постоянном P. Так? Ну, из этого. Если dS равняется нулю, то dV по dP процесс равняется, ну, при постоянном весе равняется отсюда вот отношению этих производных. Поехали. Так, dS
по ДП при постоянном В. ДС по ДП при постоянном В. ДС по ДП при постоянном В. Так, ну я заканчиваю тоже уже. Значит, это равняется вот этому выражению. Значит, минус. Ну, Т сократится. СВ ДТ по ДП при постоянном В. Деленное ДС по ДВ при постоянном П. А ДС по ДВ возьму отсюда. Вот. Ну, наиболее простое выражение. Не это же брать отсюда, скажем. Видите? Вот и это беру. Значит, СП ДТ по ДВ при постоянном П. Прекрасно. Значит, если делим на единица на В, единица на В, единица на В, то это как раз у нас и есть вот это самое альфа. Так, вот у нас, ну, видно, значит, бета сидит здесь уже, на самом деле. Значит, это позволяет, я конечное выражение напишу уже, значит, бета к альфа равняется минус cp к cv r на v минус b. Получается. Ну, используем, опять же, соотношение предыдущей задачи по дифференцированию уравнения Ван дер Вальса. Вот так. Просто я опустил очень небольшое количество промежуточных выкладок, которые вы, кому достанется в домашнем задании, добросовестно проделаете.